Приветствую вас, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня у меня будет распаковочка такой коробочки. Это подарок или, как сказать, сюрприз, который я выиграла в одном конкурсе, как я говорила, на Фейсбуке. Здесь должно быть. Я очень довольна, потому что я очень-очень люблю кофе. Я кофеман. Я без кофе. Пусть у меня и давление поднимается, пусть сердце болит, но я все равно пью кофе. Я очень люблю кофе разный. И такой, и покупаю, и три в одном, и латте, и с молоком, и со сгущенкой. Очень разные. Я люблю кофе. Я когда увидела, что сейчас Nescafé на Фейсбуке проводит конкурсы, я участвую почти во всех конкурсах, которые я вижу, которые у них в группах. И я всегда мечтала выиграть кофе. Сейчас какой-то вышло новый кофе. Кофе называется... Это должны быть пакетики 3 в 1. Nescafé с молоком и с вишней. Это какая-то новая. Я еще даже не покупала. Я видела, что оно есть. Я, в принципе, все, что есть от Nescafé, я пробую, потому что мы очень часто покупаем. Я и мама, мы любим пакетики покупать. Очень удобно когда-то было и с собой брать, и дома заваривать. Ну, в принципе, я люблю разные пробовать. Я всегда все пробовала разные. Но это мне еще как-то не получалось попробовать. Но я все надеялась, что я все-таки выиграю, и мне придет. Что я выиграю. И вот в одном конкурсе мне на днях я посмотрела, смотрю, выиграла. Там было 5 победителей. Должна быть какая-то упаковка. Ну, сейчас я вам покажу, я просто держу интригу. Должна быть написана красная кружка. Это кружка от Nescafé. Это их стандартная кружка. И должна быть упаковка этого кофе. Черри микс, по-моему, если не ошибаюсь, так правильно называется. Ну, сколько здесь пакетиков, я не знаю. Так что будем сейчас смотреть и увидим. А, вот у нас такая посылочка. Да, вот здесь должна, наверное, да, быть кружка. И вот здесь у нас кофе. Здесь уже ничего нету. Да, вот, видите, упаковка кофе. Да, здесь 20 стиков. Вот, видите, черри микс. Черри микс. Nescafé черри микс. 3 в 1. Новинка. Да, это вот какая у нас есть у них кофе, видите. Сейчас очень разнообразный. Ну, в принципе, я эти уже все кофе пробовала. Очень мне нравится ультракрем и турбо. Вот эти два мне сами больше нравятся, но, конечно, я люблю все. А вот это хвалый микс с маком вишни. Шалене та зухвалий мік зі смаком вишні. Прокачай свій настрій, запали літо. Спробуй різні, знайди свій улюблений Nescafé 3 в 1. Коротше, це Nescafé Cherry Mix з вишні. Видите, тут 20 тюбиків, але я просто щось не мало бачила, що там упаковка, але я щось не знала, скільки. Видите, тут у нас виходить 20. Ну, давайте ми... Так, давайте ми відкроємо і посмотрим. Я зараз вам покажу. В принципе, если честно, я очень довольна. Я говорю, я очень люблю кофе. И мне приятно выиграть в таком конкурсе. Так что Nescafé, большое спасибо вам за такой подарок. Немножко неправильно открыла. Ну, хорошо, не важно. И вот у нас, видите, конечно, немножко некрасиво, но пусть будет. И вот у нас вот такой у нас кофе. Кофе Nescafé 3 в 1. Nescafé Cherry Mix. Новинка. Вот такой у нас 20 тюбиков. Друзья, я очень довольна. Так, и давайте мы еще посмотрим на кружку. Какая кружка. Да, видите, смотрите, как хорошо запечатали. Сколько много пупырышков. Хорошо этот раз запечатали. И вот такая кружка. Ну, это их нестандартная кружка от Nescafé. У меня уже была когда-то такая кружка. И не одна. Конечно, их сейчас нету. И может есть еще одна где-то осталась. Но одну мама взяла себе на работу. Одна разбилась.
Ну, я такой тоже когда-то покупала набор, тоже кофе от Нескафе. Там было в наборе, знаете, есть такие наборы с кружками. Знаете, приятно взять, вот такое утром встать, взять себе кофе залить и выпить вот такое кофе. Ой, и еще, да, что я еще хотела сказать, что за эту посылочку я ничего не оплачивала на почте. Потому что если вы там смотрели мое предыдущее видео, я еще в других видео говорила, что бывает в разных конкурсах, когда вы выигрываете, вас заставляют оплачивать за доставку. Здесь было приятно то, что мне ничего не надо было. Я пошла на почту, они говорят, посылочка оплачена, ничего не надо. И все. Раз, и я за 5 минут получила свою посылочку. Так что это приятно, потому что, знаете, когда вы что-то выигрываете, тут вас заставляют платить за доставку, но это не очень так приятно. А Нескафе молодцы. Так что большое спасибо. Я еще буду участвовать в конкурсе. Надеюсь, что мне еще повезет. Может, будет какой-то выйдет новый кофе, я выиграю. Если нет, буду еще вообще участвовать. Так что, друзья, это все реально. Тоже участвуйте, заходите на Facebook. Ссылочку на ихнюю страничку я оставлю. Так что, если хотите вы тоже выиграть кофе, заходите, смотрите, участвуйте. Так что, есть некоторые, мне даже одна знакомая говорит, я вот этого все не верю, я никогда ничего не выиграла, я не хочу играть, я ничего, это все неправда. Так что, вот я сейчас ей докажу, приглашу ее в гости на кофе и скажу, что это все реально, что можно участвовать. Все, друзья, если вам было интересно видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. У меня еще будут разные видео интересные. Надеюсь, что я еще в конкурсах буду участвовать в других. Надеюсь, что мне еще где-то повезет. Удача будет на моей стороне. Я еще что-то выиграю интересное и вам покажу. Так что встретимся в следующем видео. Всем желаю тоже удачи. Всем пока-пока.